Мало ли что тебе интересно, нахуй, блядь. Нихуя себе, блядь, заявка, нахуй, на предъявку. Ты чё, въебать, подъёмник дольник, что ли, нахуй? Чё, блядь, подмышечная, нахуй, ёбаная? Ой, блядь. Ну рассказывай. Чё хотел? Не буду рассказывать. Почему? Сегодня, блядь, в Венесуэльск ездил. За таблетки. Ты заебал, блядь. Ты странно прозвучало, блядь. Надо было мне, короче, купить таблетки в Венесуэльске. Ну, тетка заказала таблетки бабушке от Паркинсона, болезнь такая есть, знаешь? Ну, я слышал, но я не знаю, что она значит. Короче, блядь, 1500 стоят таблетки. А? 1500 стоят таблетки. Алло. Да! Угораешь, блядь, что ли, заебал? Алло! Алло! Ну, слышите. Заебал. Стоит полторушку, плюс-минус, блядь, я охуел сегодня. Билет стоит в Венесуэльск, блядь, 160 рублей. 150 рублей. А обратно, блядь, 200 рублей уже, блядь, херели. Это как вход бесплатный, а выход платный, нахуй. Ну, типа того, что-то, блядь, либо наоборот. Пиздец, блядь, я, получается, потратил часа 3 на все это, блядь, ну и... Пошел, купил таблетки, захожу, блядь, в аптеку. Я первый раз, блядь, видел, чтобы, блядь, в аптеке была такая ебаная очередь, просто дохуя народу стоит. Я, наверное, минут 20-30 стоял в очереди, блядь. Еще дед подошел какой-то, спрашивал, блядь, вы в очереди? Да, в очереди. Я, короче, тетке показал фотку, типа, ну, такие таблетки надо, все. И она, блядь, ушла на минут 20, блядь. Дед туда-сюда ходит, ко мне спрашивает, вы все уже? Я говорю, нет еще. Стоял, блядь. Вы все уже, блядь? Здесь быром расплатился, пошел, короче, автобус только через, блядь, полчаса, ёб твою мать. Я пошел, кофе купил, блядь, кофейку попил. Все, автобус приехал, блядь, сториз записал, блядь, поехал обратно. Прикинь бы, сразу бы купил таблетки, а потом бы стоял час. На холоде. Нет, да, у нас тепло, сегодня... Минус один всего было, и как бы даже снег таял, блядь, и просто ветерок. Чё, небольшой. Не нашли? Не нашли. Ай, блядь. Но нет, я. Я думаю, в смысле? Ну, позвоню, я имел в виду в WhatsApp. Ой, тьфу, это, блядь, Discord. Сука. WhatsApp, блядь. А сегодня ехал, видел твою Калину. Да, что ты хотел сказать вместо Калины? А? Калина. Да Калина, Калина, честно говорю. Я слышал, что первая буква П бывает. Вот сука, блядь, а. А ты что, мою машину не видел, что ли? Ты хотел сказать, что я, говорит, я ж тебе говорю, что я видел твою машину, блядь, когда проезжал, блядь. Он хотел сказать помойку, блядь, а не машину. Не так я хотел сказать. А как? Калина. Сегодня маленько прокатился на Камрюхе. Ну как? В стареньком кузове. Сороковой? А? Сороковки? Я не знаю, как она, сороковой, не сороковой. Ну, короче, у нее уже вид такой, ну... Подуставший? Нет, я имею в виду, что морда как бы у нее уже такая, более-менее... А что звук, блядь? Это... Ну, кругленькая вся. Ну да, да, да. А, ну сороковка. Не круглоглазая старая, а поновее кузов. Это, на палке, короче, леворукая. Хуя палки, блядь. Это. Палпинки. Да палки. Пиздец, сцепление, нахуй, я ебал. И что-то как-то, блядь, может, тут непривычный, может, хуй его знает. Ну, короче, не понравилась она мне. Ну, дурак, я на это ездил, блядь, на королке. С механикой. Заебись вообще. Нет, аппарат. Ну, в том дело, что из-за механики не понравилось, а... Мне показалось, что она, ну это, маленькая внутри, она снаружи-то большая кажется, а внутри салон, пиздец, такое ощущение, как будто меньше, чем это. Ааа, блядь! Меньше, чем в Калине, нахуй. Чё со звуком, нахуй, чё так тихо? Я не знаю, я вас тихо слышу, вообще пиздец. Нет, у меня игра тихо. У меня этот, блядь, режим стримера, блядь, в Дискорде ебаный. О, сейчас нормально. Дискорде ебаный. Где все? Где, блядь?
Да я, сука, ни в одного попасть не могу. Так ты пинг посмотри какой, а. Он попал. Где все, блядь? Не могу понять, где все бегают. Я на... Опаньки, блядь, сиди и стреляет, нахуй. Вы потеряли цель, сорок. Да нахуй. Там еще один. Иду. Я себе, блядь, пацаны, вы что здесь сюда? Так. Ты живой? Нет, сдох. Блядь. Так, пидор! Лох! Я на цель, я на цель. Помочь не хотите, блядь? Гранаты нету, блядь! Да нахуй, это я кинул, блядь. Молоток, я одного убил. Давай цель защищать, нахуй. Давай. Тут нету второго тура. Херово. Да, есть. Нету. На А, на А, на А. Ой-ой-ой. Вы же сказали, цель будете защищать. Я застрял, блядь. Застрял! Где второй этаж? Бля, пинг вообще двиг. О, тут есть третий этаж. 30, охуеть. Блядь. А, я мучу! Че не поддакнул, блядь? Я сказал, блядь. Из-за тебя меня убили, нахуй. Че ты угораешь? Дима! Алло! Да что ты алёкаешь? Димон пропал. Тут бои такие, блядь. К нам гости. Прикрывай, Тёма. По-моему. Они идут, суки. Димон, чё, улетел, что ли? Димон, блядь, чё молчишь-то? Да я... А чё молчишь? Я в... всё время. Чё так долго? Сейчас разобьём здание. Блять, не моё же здание, вы охуели. С, блять, стреляй. Нифига. Ну да, пинг, блять, 250, нахуй. Кто там по нам хуярит? Ну, нихуя он полетел, блять. Да стреляй ты, ебалашка, блять. Ай, граната. Как он долго перезаряжает этот автомат, это вообще... Вот, Саня, вспомни в пятой батле, а там можно было оружие, блять, хотя бы улучшать маленько, блять. Ну да. Сделали бы здесь так же, блять. Пидорасы! А как ты его, блять, улучшишь в Первой мировой войне-то, блять? Ну, блять, а как во второй тогда? Блять, это как, нахуй? Это как было, блядь, дробовик, блядь, меня как автомат убил. А он пулей стрелял. Два раза, блядь. Всего, блядь. Да, скорострельный. Охуеть. У меня есть такой, пиздатый. Ну чё, двухстволкой там бегает. Пошли, короче, Димон. Пизды раздавать. Ай, блядь, ТП-шу, сука. Весь магазин в него выпустил, блядь. Ой-ой. Сзади! Ну и нахуй пошел, блядь. О, кто меня спас, спасибо. Блять, откуда? Ах ты, сука, он... Да ебать, как не попал-то? Ой, сколько их тут, дохуя, пацаны. Блять, точки так прорабатываются быстро. Меня отпиздили в подворотне, блять. Да сдохни, блядь, а как, сука! Ой, граната! Ты даже, блядь. Ну заебал он с этим дробовиком. Окопное ружье, блядь. Медик, блядь, 8-7-5-6-3-2, подними! Спасибо. Посчитал, блядь. Да блин, да... Нахуй пошел, сука. Ой, ой, гранаты, блядь. Да бей! Жестко. Мы потеряли цель, Баклан. Вот Бакланы. Быстрее. Димон. А! В окне! Там пизда! Сука! В окне пизда. Пизда. О, блядь! Как? Там комбат, блядь! Комбат, батя, я батя. Да пошел ты! Сука! Комбат.
Тему зарезали, блядь. Да, блядь, он вообще неубиваемый какой-то пиздюк. Я его, блядь, расстрелял, блядь, потом еще пытался это, блядь, заколоть, нахуй. Нихуя вообще. Дом разъебал. Ебал его, блядь. Где он, блядь? Он лежит здесь. Сейчас вылетит, блядь. Да не вылетит. Нам брось, сгорело, блядь. Хорош. Может реально дробовик попробовали покачать? Краска, да, кстати, вот на таких маленьких картах лучше дробовик. Потому можешь что... Можешь дробовик забрать, блядь. Пусть даже и дробь, она тоже может, блядь, задамажить нормально. Мы теряем. Давайте, короче, это... Там, а я тут. Сука, ебучие дробошлёпы. Да умри, сука. Мы захватили цель Айс. Я думал, честно, пиздец. Так, сейчас я посмотрим, а у меня у кого дробовик-то? Идут на С, пизда, их много! Где? На С, блядь! Вижу, да хуя, вижу ориентир, блядь. Да пиздец, блядь, даже пострелять не успел, ёбаное, блядь, говно! Тихо! Какой ствол ебучий! Не, я беру дробовик, он в упор у меня будет. Я тоже взял. Надо брать пули, которые хуярит. Надо пули открыть сначала, наверное. Нет, там второй есть дробовик, он уебашит. Там ебучий там опять сидел. Попал ранен на 9, ну пизда, мало. Надо посмотреть, кстати, там же не только пули, там еще что-то, наверное, было для них, по идее. Чувак! Ну и хули от этой сороки толку? На нахуй сдохни, заебал. Бля, граната! В канаве? Нет, с... Да сзади, блядь. О, блядь. Убил. Блядь, броню разброс. Че, куда? Я на Б тут бегаю. А, забирают, да пиздец, блядь, все забирают. Мы в районе идем, кстати. Откуда стрелял? Б забрать надо. Забирай. Ой, гранаты! Летели, блядь! Идут! Где? Да вон, блядь, через забор, сука! Как он так в лобешник ко мне хуйнул? С одного выстрела убил. Отомстил, блядь, гранат докидали, я ебу, блядь. Да. Сейчас придут, и до хера будет. На Б, пока не захватили они. Тебе. Идут! Бля! Минус нахуй. Блядь, я упал! Сука! Это я кинул. Они возле этого бегают, да? Тут дымы-то кинул. Не знаю. Да, сука. Блядь! Комбат ебучий! Комбат, блядь! Комбат, батяня! Трое внизу, трое! Бля, да я вижу! Тебе защищать надо. Меня со всех сторон, блядь, просто расстреляли нахуй. Захватываем Б. Они будут обходить по правой стороне. Блядь! Я в канаву упал! Там просто, блядь! 3, 2, блядь, чувака стоят! Как вы вообще? Мы потеряли цель. Ой, нихуя себе. Блять, все проебали. На А надо. Сука! Сраный комбат, блять, го. Он меня 7 раз убил. Как дробовик называется? Да, блять. А? Возьмите у него его, подберите. Я не помню, как он называется. Да хули ты... Пошел ты, блять! О, гранату убил. Мы захватили цель сорока. Ой, отлично. На, нахуй. По голове. Ну да, перезарядка, блядь, у дробовика пиздец, конечно. Газы, блядь. Сзади. В смысле, сзади? С горы идут.
На нахуй. Вот это было красиво, блядь. Кто там, блядь, по мне стреляет? Граната пролетела. На крыше, что ли, сидит? Вы забирает. Да пошел ты, блядь. Да, а! Да иди ты нахуй. Вот это, блядь, было красиво, блядь. Просто, а это кто, блядь? И тебе тоже достали. Было заебись, блядь. Троих просто, блядь. Одного, блядь, с дробовика, двоих, блядь, с ножа. Так, нахуй, надо играть. Кто тут, блядь, курит? Я хотя бы, блядь, в плюс вышел. Просто напряжно, блядь, вообще. Сука! Меня тут просто нахуй разъебали толпу. Хорону пиздошили. Вас что, убили там? Он там лежит с пулемета просто месяц. Где? Он уже давайте, не лежит. Давайте, а. Давайте, а. Сзади, сзади, блядь. Сзади! Гранаты, сука! А хули мы тут сидим, блядь? Тенером. Да как они тут появились, блядь? Вообще пиздец. Я бегу. Давайте, чуть-чуть осталось, блядь. Хули мы сидим, блядь? Надо обходить, блядь. Вот с дробовиком, кстати, вот... Тактика, конечно, крысиная, блядь, но хули поделать? Я понял. Ай, блядь. Мы потеряли цель, Баклан. Я вообще не знаю, как он в меня попал. Да пошел ты, блядь! Вот так. Че, два убийства? Это снайпер стрелял, не слышал? Сука, упади, не вставай, блядь. Ура, блядь! Нахуй! Сейчас приду. Жестко было. Ну. Вот так вот, блядь.